Кубке Дэвиса или на Уимблдоне. Бьорн! Идеальное соперничество. Один за чертой, другой у сетки. Теннис не тот вид спорта, который подойдет каждому. Мистер Борг, что вы чувствуете, зная, что войдете в историю, если выиграете пятый Уимблдон? Никаких особых чувств. Я волнуюсь, тренер. Единственное, что стоит между Боргом и рекордом, это ты. Трудно представить более разных людей, чем вы с Боргом. Он что, прячется за сценой? Сейчас выпрыгнет из засады? Макенрой более талантлив. А играть с Боргом все равно, что получить кувалды. Чего ты ждешь от тенниса? Хочу стать лучшим. В Швеции? Нет, в мире. Как вы ответите на слова Макенроя перед турниром, что Борг-машина скоро сломается? Я просто человек, а не машина. Легких игр не бывает. Но люди в это не верят. Давай, Бьорн. Ты звезда, Бьорн. Нам тоже нелегко, Бьорн. Вопрос, идиот! Ответь на вопрос! Мяч был на линии! Там остался след! Ты не понимаешь, что такое играть в теннис. Заткнись! Но ведь публика на корте, я полностью отдаюсь игре. Я всего себя оставляю на чертовом корте. Откуда вам знать? Вы не теннисисты. Ярость. Страх. Паника. Вот что ты чувствуешь. Вкладывай их в каждый удар. Все здесь, Бьорн. Вот здесь. Весь мир замер в ожидании этих двух великанов. Двух гладиаторов.